Перед прибытием самолета Ан-148 в аэропорту Борисполь начался дождь. Хорошая примета, сразу решили гости торжественной церемонии. И как только опустился трап, пошли встречать первого пассажира, который вышел из самолета. Им оказался харьковский бизнесмен Вадим. По его словам, лететь было достаточно комфортно. Это прекрасно, что в такое тяжелое время у нас строится не только аэропорт, а еще и самолеты выпускают. Над новым самолетом Ан-148 около 10 лет трудились сразу несколько украинских и российских компаний. В его разработку вложили не 1 миллион гривен. Активное участие в создании этой модели принимали и два запорожских предприятия – «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Ивченко Прогресс». Вместе с нашими коллегами, друзьями, партнерами – это «Запорожцы», «Двигатель», оборудование россияне и многие-многие партнеры из 15 стран. Украина доказала всему світу, что мы можем будувати літаки такого класу, что мы можем ставить их в эксплуатацию. Я абсолютно переконаний, что это только початок. Результат оправдал все ожидания. Новый самолет отвечает всем международным требованиям, говорит министр транспорта. На его борту установлены новые компьютерные системы. В салоне может разместиться около 80 человек, а дальность полета составляет более 5 километров. Одно из главных достоинств самолета – это двигатели, отмечают специалисты. Это самый лучший в этом классе двигатель в мире, потому что этот двигатель действительно уникальный и по конструкции, и по топливной эффективности, и по шуму, и по выбросам. Однако при разработке самолета возникало и немало трудностей. В частности, государство практически не помогало авиастроителям создавать новую модель. Предприятия были вынуждены вкладывать собственные средства. Уклад бюджетных денег составил, я опять только скажу, по расходам внешним, аж 1,5%. Все остальное за счет собственных средств. И только после того, как разработка закончилась, центральные власти обратили внимание на новую модель самолета. В частности, позитивные сдвиги произошли после начала работы правительства Юлии Тимошенко, говорят руководство «Мотор Сичи» и «Ивченко Прогресс». Очень много души и организаторского таланта несла премьер-министр. Она контролировала всю нашу работу, помогала деньгами, помогала совещаниями. Этот самолет – это создан благодаря, будем говорить, хорошей дружбе предприятий и хорошим отношениям между Россией и Украиной. Теперь авиастроители думают о том, как поставить на серийное производство самолет Ан-148. По словам министра транспорта, сейчас перед заводами стоит задача выпустить 80 таких машин. Кстати, второй подобный самолет будет собран уже к концу этого года.